Исполнилось 95 лет со дня рождения знаменитой телеведущей Валентины Леонтьевой, известной всей стране как тетя Валя. Будущая звезда родилась 1 августа 1923 года в Петрограде. В годы войны семья уехала в новоселки Меликетского района. Позже Валентина Михайловна отправилась покорять столицу. И вся страна знала ее по передачам «В гостях у сказки», «От всей души», «Спокойной ночи, малыши». 81 год она вынуждена была вернуться в новоселки к сестре, где и прожила последние годы. В 2007 Валентина Михайловна не стала. В том же году ее имя было присвоено Ульяновскому театру кукол, а годом позже рядом установили памятник. К нему сегодня возложили цветы. Я человек достаточно взрослый, поэтому я до сих пор не отношусь как к тете Вале, с которой проходили все вечера, через которую я стал знакомиться вообще с миром телевидения, как с посланником добра, именно добрых отношений к людям, человеческих отношений к людям. Вот тетя Валя, Валентина Михайловна Леонтьева, для меня навсегда осталась такой. Кстати, совсем скоро, 4 августа, театр имени Леонтьевой открывает новый сезон спектаклем «Кот в сапогах». А еще вот уже 10 лет в Ульяновске проходит кинофестиваль «От всей души», посвященный Валентине Леонтьевой. По словам организатора фестиваля Лидии Сауровой, за эти годы Ульяновск посетило множество людей, близко знавших Валентину Леонтьеву. Все они отмечают теплое отношение к памяти тети Вали в нашей области.